На кыргызско-китайской границе задержаны 25 толкачей, которые избили сотрудников госпредприятия «Таможенная инфраструктура». ККНВ информирует, что в Алайском районе Ошской области группа лиц из числа местных жителей монополизировала околотаможенную деятельность на КПП «Иркештам». Они взяли под контроль весь импорт из Китая в Кыргызстан, а также сопровождение грузов до МТО «Каратай» в Карасуйском районе. Задержанных доставили в Госкомитет нацбезопасности для установления организаторов нападения. После запуска госпредприятия «Таможенная инфраструктура» в целях исключения коррупции между сотрудниками госорганов и так называемых толкачами, а также введение дополнительного госконтроля за околотаможенными процедурами, госпредприятие стало проводить настройку функций самостоятельного осуществления околотаможенных услуг. Однако эта инициатива вызвала открытое недовольство со стороны толкачей. Они неоднократно провоцировали конфликты, что привело к избиению сотрудников ГП, заключили в Госкомитете.